Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Они дебилы? Они дебилы? Они дебилы? Они дебилы? Потому что они дебилы? Они моросят? Они дебилы? Они умняк! У Кадырова тоже забрали, у Трэшера забрали. Они забрали галочку, чего? Салам алейкум. Амир, Украине тоже огромное предупреждение. Чуть-чуть подожди, брат. Они забрали галочку, что? Они забрали галочку, пацаны. Они забрали галочку. Чтобы вы понимали, все, кто был на мероприятии, объясняю, пацаны, все, кто был на мероприятии, всем давались галочки временно. Эти дураки, которые дали, они дали и мне временную галочку. Когда у меня имелась галочка, когда у меня имелась просто галочка навсегда, имеется в виду, как ютубер, они взяли мне временную дали. Из-за этого у меня и забрали. Брат, каждую катку будет надо минуты перезайти. Можно проверку. Да, урон можно в описании написано, как сколько стоит. Чуть подождать придется. Охренеть, они просто взяли галочку забрать. А сам лип, как ты, брат, как же сердцебиение? Лайк, короче. Ты качество себя задано. Я в шоке, пацаны, я в шоке. У нас галочки нет. Опа, опа. Прикольно. Не, я прикольнулся. Я прикольнулся, друзья мои. Ну, я реально прикольнулся. Пацаны, а ничего, что у нас галочки нет? Галочку забрали. Ничего себе у тебя статус. А что за статус у меня? Да. Короче, кто был на мероприятии, скорее всего, ютубером... За каждую тягость у нас стоит облегчение, брат. Где давно это было? Давайте посмотрим, зайти на мировой чат. Давайте подождите 2 минуты, сейчас я в мировой чат зайду, посмотрю. Типа, будут они говорить, что я Азам, не Азам. А ну-ка, давайте посмотрим. У меня же галочки нету. Узнают ли меня без галочки? В мировом чате. Да, блин, давайте вот так сделаю, хорошо, давайте. Будут ли узнавать в мировом чате без галочки? Привет! Да. Привет! Привет! Я Азам! Привет, я Азам! Тикай, пожалуйста. Привет, я Азам! Привет! Я Азам! Я твой подписчик, не тикай, пожалуйста. Не, пацаны, один не поверил, друзья мои, вы заметили? Один не поверил и вышел. Привет! Меня Азамза! Привет, меня Азам зовут. Марат. Бля, Нарат, это Марат за подписчик меня. Привет, это я, Азам. Здорово. Пацаны, сейчас уберу. Сейчас уберу. А как убрать? Чат, а как убрать? 3086 дней. Понимаю. А как убрать? Коллекция, а подожди, а как убрать чат? А как убрать чат? Вчера играл с Riot TV, у него не забрали, потому что он, ты сказал, меня проверишь основу гильдию. Если ты донатил, я тебя Спартак реально проверю. Если ты донатил, то это сейчас я посмотрю, братан. Обязательно проверю, если ты донатил. Проблем вообще нету. Кто донатил, пацаны, пруфы показывай, всех проверю.
Вообще проблем нет в этом, кто до вечеринки тоже донатил. Да, я вижу, ты донатил, братан, я тебя проверю. Подожди, подожди, а как? Блин, я не знаю, как убрать пацана. Я не знаю, короче, чат. В склад зайди. Зашел в склад. Профи... Все. Типа... давайте, давайте кого-нибудь поставлю. Давайте вот это поставлю. И тут тоже поставлю, там, типа, вот так вот. Типа, ну давай, давайте вот так попробуем. Привет, я сам. Привет, я сам. Алло. Алло. Не хочу я нажимать. Нажимать не хочу я. А не хочу я спать. Не идет у меня сон. А не хочу я спать. Смотри, что я чё могу. Ой, алло. Видео? Подари подарок. Хорошо. Сейчас подарю. Сейчас подарим ему. Пацану почти 6 тысяч человек. Сейчас мы ему подарок подарим. Сейчас мы ему подарим, друзья мои, что-нибудь. Пожалуйста. Лифчик подарить тебе? Алло, когда я? Сейчас алло, когда мне тебе. Алок. Сейчас. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст удачи и всем пока.